Далее. Поступление косметичек компании Deuter. Модель называется Wash Center Light 1. Вот, это одна из самых маленьких моделей. В несесорах Deuter. Ну и плюс эта модель Light, она максимально легкая. Вот, если вам важен вес, вы едете в путешествие, и вам нужен небольшой объем, то есть вот эта косметичка вам идеально подойдет. Вот. Значит, что у нас тут снаружи? У нас здесь вот такой держатель. Вот, это для того, чтобы повесить эту косметичку, этот несесор куда-то в палатку, либо на, там, может быть, за батарею в отеле. Вот, она соединяется, можно за заглушенную конструкцию повесить. Так, что у нас внутри? Внутри у нас, как в любом несесоре, значит, много всяких разных отделений. Под шампуни, под зубные пасты, под зубные щетки. Можно какие-то там аптечные сюда вещи положить, если у вас нет с собой индивидуальной аптечки. Вот. Так вот это вот закрывается. Маленькие такие все кармашки. Ну, такая компактная, маленькая, удобная. Удобный такой несесор. Вот. Такой есть, значит, в синем цвете. И такой же несесор в этом вот бордовом цвете. Очень красивый, аккуратный несесор.